очередной ЧСБ, смотрим, поднимаю стрелу в упор, смотрите давление. Здесь 600 пар, у меня манометр, здесь 400, смотрим. Так, черепанку включаем, смотрим. Здесь 350 идет. Подайте. 350 бар. Для этого экскаватора это просто на 100 бар больше, чем нужно, а еще в две секции это давление, не в одной секции, а в две секции 350. Это просто страшно, что переживает этот экскаватор с этой давлением. Кто был, кто регулировал? Откуда этот сотрудник был? Нормади. Нормади. Вот, не вру. Ломади парень был и давление здесь регулировал. Ну кто поднимает такое давление 350 бар? Два клапана переходительные в этом эскадре, оба закручены до конца, до последней витки резьбы. Понимаете? До конца. Как? Как так можно работать? Не знаю. Как экскаватор не оторвал еще стрелу себе? Видимо, потому что собственник в оператор в одном лице. И чувствовал технику, не давал ее, не рвал. А так вот, можно было оторвать все, что угодно. 1000 смотрим. 250 бар. Двигатель не нагружается, все в упор у нас. Все в упор у нас работает стрела. Дополнительный клапан срабатывает, дополнительная секция скидывается. 250 бар давления в основной, 200 в дополнительный. Все работает как штатно. Непонятно иногда, что люди чудят и творят. Непонятно. Так, друзья, все сделали. Такой же себе. Находимся мы в Сорочногорском районе. Вот как ситуация есть, как собственник говорит. Именно ничего себе. Это от меня. Это что такое? Это коньяк, да? Да. Ну, спасибо большое. Все, Вика, сегодня напьемся. Спасибо большое. Вот что я хочу сказать вот в конце. Просто, когда что-то делает, какие-то работы человек, просите в видео, покажи мне. Если тебя не просят, покажи. Если ты присутствуешь, а ну покажи на манометре, какое у меня давление на экскаваторе, покажи мне, вот одна секция, вторая, даже двигатель тебе капиталит кто-то, пускай в конце, после ремонта, подключит манометр и нагреет двигатель до рабочей температуры и покажет, какое давление масла. Это же параметры очень важные, поэтому требуй это с тех людей, которые кто-то тебе делает, требуй. Это доказательство, то, что они сделали свою работу качественно. Обязательно, обязательно надо видео показать. Или присутствуй, смотри. Если, все, в любом случае, все работы должны быть открыты. Я вот работаю, кто где хочет, так и смотрит. Я свою работу делаю. Поэтому требуй с людей, кто что-то делает тебе. Требуй видео.